Привет, амигос, продолжаю жонглировать мувами, играя в Бэтмена. Жаль, не дали поездить на этой шикарной тачке. А, кто-то в предыдущем видео спросил, а что, собственно, стало со звуком. Со звуком ничего не стало, просто когда я пишу с VR, я пишу через гарнитуру. В данном случае мы слышим звук через Rocket Cave XTD. Вот такой там, оказывается, дерьмовый микрофон. Кто бы мог подумать. Так, сейчас мы... Я так понимаю, собираюсь посетить сообщество анонимных пингвинологов. Надо как-то осматриваться по сторонам. Я же Бэтмен. Довольно годно, кстати, стены. Ну, даже несмотря на то, что мыльцо, смотрится все это мыльцо неплохо. Блять, где моя игровая зона? Я не понимаю, где я должен стоять, чтобы она не выключалась? Здесь, что ли? Ага, кнопочка. Together again. Haven't you realized we're inseparable? I've got something for you. Интересно, зачем мне этот крюк? Что им можно зацепить? До цепочки я, наверное, не дотянусь. Да, игровая зона не позволяет дотянуться до цепочки. Может, бросить его? Потрясающе. Это же кнопка. Долбаные летучие крысы. Так, возьмем-ка мы крючок с собой. Бля, вы эту херню, эту... Может, Бэтмену пора съебаться отсюда? Это Робин. Черт, что делать с этим? Что делать с этим крюком? Может, я кому-нибудь по башке им заеду? Я об этом, да. I follow the trail, like you said. Какие хлипкие здесь Led двери. Here. Whoever it was, I didn't see them coming. This graffiti. Там кости, Робин. Some kind of Joker copycat, maybe. Wrong. And who are you calling copycat, Robin number three? Come on, we need to get out of here. Три. У меня есть крюк и дверь. Что я могу с ними сделать? Подержи. Looks like a blown fuse. I'll check on this side. Да, хорошая мысль. You hear that? It's hard. О, меня тоже замуровали. Замуровали демоны, Робин, что будем делать? Okay, what have we got? I think you need this. На. Бля, братан. Ты мудак, что ли, не понимаю? Ты, блядь, ты просрал, просрал наш единственный, блядь, шанс на спасение, крыса тупорылая. Я думаю, этот крюк... Этот крюк что-то значил. Whatever it does, it's got no power. Как поднять-то его? Чё делать будем, придурок? Нахуй ты на меня уставился, не смотри на меня. А равно 10, Б равно 20, С равно 15. Ты считать умеешь? Робби? Что бы это, блядь, значило? Да, да, там что-то написано. Только цифры-то куда вводить? Что-нибудь где-нибудь крутится вообще, нет?
где-нибудь табло какое-нибудь, циферблат, что-нибудь. А, вижу. Еблан. Идиот, блядь. Maybe the numbers in this box will help. И там тоже коробка. О, как обычно, в самый момент все зависло. Там вон еще коробка есть. И я так подозреваю, что где-то должна быть третья. Но я не могу батарангом попасть в эту кнопку почему-то. Он куда-то, блядь, улетает, куда ему надо. Ёб твою мать. Как прицелиться-то? Не знаю, Робин, не знаю, попали мы с тобой. Что вот в этой коробеньке? I don't think it's working. Да что ты говоришь, капитан Очевидность? Как он переключался-то? В воде всяко что-то должно быть. Ничего нигде не написано. Так, ты мне дал вот эту хуйню, которая непонятно зачем нужна. Как ее поднять-то теперь, ёб твою мать? Черт, ее не поднять. Почему они вынимаются? Что не так с этим говном? Десять, двадцать, что это значит? Градусов что ли? Или что? Какие-то цифры может есть? 15. Вот они где циферки. 15 это С. А это что? А это 10, это А. А это что? 20, это Б. I think that's it. We can electrocute ourselves, great. Uh-huh. Okay, well, the panel's open. It's like some kind of... Кров! Спокойно, я отпугну его. У меня есть лампочка и крюк. Looks like some kind of... Вот это возьми, долбоёб! Вот, бери! Let's find them. Ты идиот? Great. We're getting out of here. Что за кретина мне дали? Ёб твою мать! Умывайся, дебил, на. Perfect. One more. Еще? Блять. Сорян, бывает. Фальштарт.
Ох, ебать! Что команда? Что? Где команда? Че? А, на. Точно. На. You okay? Да, ты. We just need that last cog. Кок? Последние яйца? Thanks. Прямо из рук выхватил, опездал. Okay, try the lever. All right, your side's jammed. Hang on. Тот плавает еще. Говно-то не тонет. Ты так похож на сталкера Меченого. Их что, двое, что ли? Что это было? Что делать-то надо? Ах, походу просто ехаем. Ехаем. Лампочку что спиздить? Походу в DLC-шке решили убить всех, кого стесняются убить уже 15 лет в комиксах и в играх. Двери тут как в бомбоубежище. Виктор Зас, Альберт Вескер, Джей Чилл. Заебали провода, блять, господи ты, боже мой. Как пройти-то? Что не так, блять, с вашими кнопками? Говна кусок. Тихо, ты чё колбасит-то? Аарон Кэш. Не знаю, то ли у меня рука трясётся, то ли у Бэтмена. Телевизор ни один не работает. Для кого вот та кнопка? Специально для Бэтмена, что ли?
Или кто-то еще будет батаранги в нее метать? Давайте по порядочку. Это что за Пиноккио? Смотри, что у меня есть. Гуляй, ты опущен. Блять, даже не знаю, почему Авермедиа зависает. Может, она просто не предназначена писать в Sony VR. О, это Виктор Зас. Зази. А вон у него что есть. Задолбали провода долбаные. Надо подойти поближе. Тихо-тихо-тихо. Воу-воу-воу. Oh, don't be shy. Я не боюсь, у меня провод. Ooh, kind of cozy in here, isn't it? Rough night, sir. When did you return? Ordinarily, I would beg you to take a night's rest, but, well, we have a situation. Focus. I need to find out who did this. Just in time for my daring escape. I follow the trail like you said. Led down here. You were the best fighter I ever trained. How did they beat you? Robin. Last night, one of my boys comes back to the club. Bloody terrified he is. He says he saw your boy done in. Said you'd be after him. Last thing he says, какой-то урод подорвал его на половину айсберга. Айсберг Лаунж вместе с ним. Может быть, это Бэтмен убил его? Killer was fast, strong, but that wasn't why they beat you. They knew exactly how you'd fight. Вот так вот. Он боком-то не поворачивается. Here we are! Together again. Haven't you realized we're inseparable? Остатки Джокера внутри Бэтмена, и Бэтмен сам убил Найтвинда. Вот почему там пробирки стояли на столе. Whoever it was, I didn't see them coming. This graffiti. Some kind of Joker copycat. Кровь maybe. На руках, кровь. У меня на руках кровь. Я виноват. I'd kill you myself. But sometimes you need a little help from your friends. Вот так вот, вот. Ты сам его убил.
Блин, вам, конечно, этого не видно, но тут в VR такое чувство, что я могу их потрогать. На этой винде даже глаза какие-то красные. Зеленые. Oh, the dynamic duo together at last. Прикалюшечка. Че, серьезно, он убил Найтвинда? Но все равно этот был дерьмовый персонаж. Да, это конец. Были такие ставки, что Робин убил Найтвинда, но нет там, потому что кто-то чей-то батя, кто-то чей-то сын. И смотрите, походу Робина убил Крок, а Бэтмен убил Найтвинда, и что теперь? Учитывая, что Batman Arkham Knight был последней частью игры про Бэтмена, походу кончилось все тем, что все в полной жопе. Куда и вставил свой член Джокер. Ну что же, это было неплохо, это было интересно. Не то чтобы это была прям супер игра и прям уж это так играбельно, но это хорошо смотрелось, и в принципе это было интересно. Так что, да заебали эти провода. Так что, ребята, вот такая борода. Что-нибудь там нажмите, что-нибудь там напишите и все такое.